Он тут... Ну-ка, сейчас, нет. Работает! Поехали сегодня разведку сделать там дорогу на этот ебаный. До Рыбного хотим посмотреть, найти, может там пошариться. Там так ползать. Поэтому сегодня на террасе на своем любимом китайце. Как удобно, классно. Все-таки все равно он такой. Тот более. Вот, блядь. Тот просто просит, дай. А на этом вот кнопочку нажал мизинчиком. Блин, дык-дык-дык, он тарахтит. Уже проблем нету, что ты, блядь, успеешь где-то запустить его, пока все не угнали. Я не смогу за Василием ехать. Ездили. Как бабки, блядь, еду. Тёме, там камера. Боится, что шишки вылетят или щебенка, и монитор пробьет. Говорит, не поеду. Все. Недолго музыка играла. Пизда рычагу походу. Тормозился, пацан хули. Пацан хули, к успеху шел, ёба. Только мод начал восстанавливать потихоньку после лета. Говорит, сейчас все, пиздец, я его люблю, обожаю, мне до пенсии хули его. Обслуживать придется и все. Хуярим. Чуть-чуть балабасика с собой взяли. Может найдем что, туда хочется выехать нахуй на костре. Или за мной. Ну? Едем, катаемся, лысень. Чё было, такие дни? Девочки теплые.
конечно, здесь не столько прыти, как в Японо-матери. Ты потуда езжай! Тебе не заехать по той. Мне по той не заехать, я же канаврик. Че, мы поехал? Посмотрим, куда он тут заезжает. Еле-еле. Но еле-еле зашел. Где там пацаны-то? Давай туда дальше поедем вообще. А, да ну нахуй. Вы что тут на соревнованиях, а, пацаны? Не знаю, не вижу никого. Вряд ли. Ты один здесь, что ли? Тут они так катаются, тренируются. Ты что, домой? Да. А поехали с нами, познакомимся, хули тут кататься будем. Меня Витя зовут, тебя. Меня Леха. Да. Леха Успенкин. Да. Давай, погнали. Это что? Это Колян Минер. А где моя-то вчерашняя, где я спускался? Все, погнали, хули. Батю! Не знаю, найдем!